Приветствую всех любителей бильярда. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня у нас четвертый день уже на первенстве России среди юниоров и юниорок по свободной пирамиде. Говорит и показывает Сургут, ваш комментатор Антон Игонин. Здравия желаю. Начинаем мы этот игровой день с очень любопытного матча. И, наконец-то, у нас на экране девушки. Многоопытная Элина Нагула. Мультичемпионка. Чего она только не выигрывала. Действующая чемпионка мира по свободной пирамиде. Не только среди юниорок, но и среди взрослых. Наверняка вы помните тот чемпионат 2019 года. В прошлом году из-за пандемии ничего не было. Проходило все в Кыргызстане. В Чолпон-Ата. Там Элина одержала убедительную победу над самой Дианой Мироновой. В общем, свершилось то, о чем многие говорили очень давно. Элина должна была стать чемпионкой мира. Элина ею стала. Выиграла тогда 5-0. Непостижимый совершенно результат. Соперница Элины — Алиса Прилепина. Она кандидатка в мастера спорта. То есть таких достижений не имеет. Но видно, что на этом турнире очень плохо готова. И, соответственно, может быть, прыгнет выше головы. Полуфинал турнира – это хорошее достижение. Но, конечно же, все хотят большего. Неважно получилось, скажем прямо. Мало того, что промахнулась, так еще и вывела и на среднюю совсем простой шар под игру для своей соперницы. И просматривается атака угловой лузы. Может быть, не сразу. Может быть, надо освободить эту позицию. Желтым сыграть для начала. То есть не очень удобно. Но зато какие перспективы. Тактический удар. Удобно, неудобно. Прицельный был очень простой. Не закроет ли желтый сейчас траекторию? Не помешает ли? Ну, вы посмотрите. Нет, тем не менее, все-таки играть стало чуть попроще. С одной стороны. С другой стороны, есть запасной вариант атака направо. Но он не столь интересный. Там резко. Тут тоже. Но там и дистанция побольше. Конечно, ожидаемо, предсказуемо и закономерно, абсолютно по закону, Элина Нагула первый номер посева на этом турнире. Она прошла стартовый раунд по крестик без соперницы. А потом во втором круге выиграла Алису Прилепину, свою сегодняшнюю соперницу, со счетом 4-0. Отправила ту в подвал. После этого обыграла Ксению Потехину в тяжелом поединке 4-3. И уже в Олимпийке 4-1 одержала победу над Елизаветой Лисовиновой. Простите. Соответственно, приключение Халисы. Не в стране чудес, а на турнире в Сургуте. Первый матч 4-1 выигрывает у Дамиры Абдрахмановой. Второй матч, как понимаете, проигрывает Элине Нагуле 4. Упав в подвал
Алиса выиграла у Валерии Пилипенко 4-2, у Александра Первушина 4-0 и у Арины Кривовой 4-0. После этого, заслужив себе право выступить в Олимпиаде, Арка снова выиграла в Олимпийке в четвертьфинале у Юлии Ряшницевой 4-2. Тем самым заработала медальку. Вопрос, что по парням? Закончилось первенство? Конечно, не закончилось. О чем вы говорите? Прямо сейчас у нас на премьер-арене в Сургуте идут два матча. Алина Зибирова и Анна Костылева играют, помимо нашей пары участниц. Там еще четвертьфинал. Право за выход в финал разыгрывают девушки. В полуфинал, где уже ожидает Ксения Потехина. Так, неравномерный запуск. Один четвертьфинал, один полуфинал. Ну и, соответственно, на остальных столах. В категории юноши до 16 лет Гранкин Ясенецкий, Морозов Логин, Минчев Ткачев и Большаков Зеленин играют. Четыре встречи запущено прямо сейчас. Девушки от 13 до 16 лет 4 матча также играются. Гадельшина Антонова, Валеева Николаева, Левкина Копнина и Кондратьева Пултышова. Два последних матча, которые я озвучил, они в онлайне на ТВ-столах. Ну и юниоры 16-21 год. Шагаев Анисимов, Виноградов Неверов, Абрамов Аникин и Башкатов Балов. Вот в состав четвертьфиналистов Башкатов и Балов на ТВ-столе номер 3. Вот просто туда, если интересно. Балов ведет 1-0. Обменялись, можно сказать, идентичными ошибками Алиса и Элина. У Алисы тоже был такой промах, когда она на две лузы поставила варианты, атакующие для соперницы. Ну, теперь Элина нагула, а Лаверды ответила тем же. Надо постараться развить вот эту серию в победную партии. К сожалению, приходится играть самым ближним шаром. В идеале было бы, конечно, с дальней половины стола для начала сыграть чужим. Чтобы оставить под свояка вот этот биточек, который сейчас использовался. Но выбирает два перспективных шара Алиса, и, соответственно, сейчас сложная атака. Девчонкам вдвойне сложно, потому что до этого они играли на арене «Геолог». Там все-таки чуть другие столы. Столов одинаковых не бывает. Поэтому тут приходится привыкать заново. Говорят, что там и лузы посвободнее, а тут достаточно строгие. Ну и мы уже видели предыдущие дни, все три дня трансляции, что со свояками традиционно проблемы. Не у всех. Элина хорош, поскручивает на серединку и выводит под атаку чужого с дальней правой. Супер выход получается. Дозированные удары, как запланировала, так и получилось.
По поводу того, что появился новый чемпион Украины по динамичной, Миша Ларков. Да, знаю, конечно же. Но он, пишете, что в финале обыграл Тарновецкого. Да нет, Тарновецкого он обыграл в полуфинале. Это я абсолютно точно знаю. Так что не вводите в заблуждение. А Мишаня, конечно, молодец. В 12 лет такие достижения. Чемпион Украины среди взрослых. Это невероятно. В финале играл с Богданом Рыбалко, причем уступал 0-3 и в итоге выиграл 6-5. Это все в целом, и каждый этот факт по отдельности говорит о том, что у Михаила большое будущее. Вырастает просто какой-то суперспортсмен. Что-то сродни Абрамову, может быть. Хотя по стилю игры он, конечно, больше поломарь. У нас завершается стартовая партия победы Элины Нагулы. В обоюдных шансах это все было. Чуть-чуть скомкано, но, в принципе, все по делу. Стартовые партии похуже мы встречали на этих соревнованиях. Но тут все нормально. Кратко пишет сам с тобой. Может, вы также еще с Валерией Кондратьевой или просто одна фамилия? Хороший шар. Аккуратно сыграно. Супер качественно. Такая... Показательный момент. Хорошая техника. Алисе 15. Она 2005-го. Из Оренбурга. Вступает за Оренбург. Одноклубница Дианы Мироновой. Назовем ее так. В этом году выигрывала первенство Приволжского федерального округа среди юниорок. В 19-м выигрывала чемпионат Оренбургской области. И в том же достаточно успешном для себя году. Кубок памяти Крюкова среди женщин выиграла. Кубок юных надежд в Новосибирске. Первенство России по динамичной пирамиде среди девушек до 16 лет. Конечно. Это уже уровень. Илья Кондратьев, приветствую в нашем чате. Во, как вы к нам уже прям семьями заходите на трансляции. Это здорово. И маму Ильи приветствуем тоже. Илья поправляет, что ей уже 16. Ну да, по идее, если 2005 года, то может быть уже 16 исполнилось. Я на удачу сказал. Да и в турнаменте написано 15. К сожалению, нет у меня прав администратора, чтобы исправлять там очевидные ошибки.
Хотя очень давно хотелось бы. Многие пользуются турнамент-сервисом, а там встречаются такие ошибки. Хороший шар. Были сложности, но как же четко сыграно. Замечательный перевод. Видно, что абсолютно спокойно Элина Нагула. У нее уже есть перевес в одну партию. Она играет явно первым номером. Она фаворитка всего турнира. Как может быть иначе? Она же чемпионка мира. Действующая. И вот сейчас тянулась, играла с левой руки. И поэтому допустила небольшую ошибочку. Ошибочка по технике, по удару совсем небольшая, а по последствиям может быть серьезная, потому что шар в лузе. Как распорядиться этой возможностью Алиса? Вот другой вопрос. Во-первых, дотянуться до этой пары тяжело. Можно сыграть третьим. Рискнет ли? Если возникает какая-то сложная ситуация, то удар надо пригласить судью. Ну, делать нечего. Надо точно попадать в центр. Не очень хороший получился удар. Шары запрыгали, но главное, один из них упал. И более того, еще один прикатился к этой же лузе. Получился автовыход от Бога. Нет, ну в такой ситуации, в принципе, на столе в любом случае что-то было бы на атаке, поэтому вряд ли о каком-то чрезмерном фарте можно говорить. Продолжаем разговор. Шары очевидные, но не сильно простые. К каждому шару надо подходить ответственно и сосредоточен. Видим, что стойка не сильно уверенная. На одной ноге приходилось стоять. Можно на середину попробовать чужого. Можно и на угол, конечно, налево. Середина выглядит проще. Хотя не знаю, успели ли на разминке девушки понять, что средние лузы здесь весьма коварны. Чуть зацепишь губку, и все, до свидания. Соперница устала. Красота. Мог получиться идеальный выход, но вместо выхода случился вход. Такое тоже бывает. Если бы шар подзастрял там в губках, то было бы, конечно, все совершенно понятно. Понимаю, что зрителей немного. За женским бильярдом не так интересно, наверное, многим смотреть. Большинство предпочитает мужской. Но все 50 зрителей, которые у нас здесь собрались, очевидно, преданные поклонники этой игры. И интересом наблюдают за игрой юниорок, поэтому не стесняемся, ставим лайк трансляции. Вам ведь не жалко, а девушкам будет приятно. Сложный чужой. И вполне ожидаемо, что таких может ошибаться даже.
много интересных атакующих вариантов, все достаточно сложные, все непростые. Коварнейшие свояки. Из чужих тут только совсем непростой на середину. Элины теперь атака на среднюю выпустить предпочтительно. Можно своим запустить с ближней половины стола, можно чужим с дальней. Хотя зачем середина, действительно? Почему я на ней сконцентрировался? Желтый биток бросился в глаза. Наверное. Так-то оно понятно. При игре особенно в свободную пирамиду в основном играют на ближние к нам угловые лузы. Интересно, как чувствуют себя спортсменки? Вот мне, я хоть и не играю, как комментатору тяжеловато. Просыпаться так рано и с 8 утра вести эфиры. Все-таки не сильно бильярдное время. Вот такой вот у нас фестиваль, бильярдный утренник. Достаточно позитивный утренник для Элины Нагулы и не очень радостный для Алисы Прилепиной. 0-2, она ставит пирамиду, готовится разбивать. Интересный кий. Любопытно, что за мастер. Практически такой же кий я видел накануне у кого же из парней. Дайте вспомнить. По-моему, у Юрия Старухина. Да, нет. Не подскажете? Не прижимается к борту, очень хорошо удержался шар. Хотя с прямой линии откатился. Поэтому теперь такие скаты в угол будут посложнее. Если играть, то, наверное, на сильном. И опять же, с левой руки неудобно. И с переводом. Не совсем с переводом, что-то типа подбоя хотелось, наверное, изобразить. Ну, получилось, в принципе, тоже нормально. Атака есть, она никуда не исчезла. Миша Бурундук, спасибо, что вы с нами, спасибо за вопрос, интересуетесь, да, я понимаю, но, к сожалению, не смогу ответить, потому что Иосиф Абрамов играет не на ТВ-столе. Как там у него дела, остается лишь гадать. Тю, смотрите, какая цаца, какая конфетка просто, упала. Да, если еще фортуна будет помогать Элине Нагуле, то это снова 4-0.
С одной стороны, конечно, надо просто начать забивать. С другой, неплохо было бы вывести что-то на ближнюю к нам угловую лузу. Это позволит успешнее строить серию. Шар забит хороший, но улучшения позиции практически нет. Вот сейчас свой. Не самый классный. И вот губа, соответственно. А вот тут улучшение позиции наступило. Элина на голос играет прямого в угол. Не обязательно этим. Вот возле точки пирамиды. Спрашивали по поводу Абрамова. Уступает Анисимову 1-3. Там матчи до 6 побед. У нас до 5. Поэтому уже тревожно, но еще не катастрофа. Внимательно изучить этот шар, понять, что можно забивать его из дальней дистанции и начинать, наверное, действовать все-таки отсюда. Вот такую диагоналочку сыграть. Все правильно, да? Будет ли стараться делать выход? Попыталась сыграть на клапштосе. Хотя он, в принципе, это был не нужен. Надо было капельку вперед прокатить. Ну и вот получилось так, как получилось. Ой, не стоит играть своего. Чужой же должен проходить на дальней половине стола, разве нет? Если не проходит, то, конечно, вариантов не остается. Но как же обидно. О чем и речь. Ой, сказали про Абрамова с Анисимовым. Ввели меня в заблуждение, подсказали. Абрамов же с Аникиным играет. Соответственно, с Аникиным 1-3. Кирилл Ломакин, приветствуем в нашем чате. Неверов играет с Виноградовым. А Анисимов с Шагаевым. А Аникин с Абрамовым. Ушли на перерыв спортсменки. Можем полюбоваться их киями.
Можем перейти на любой из оставшихся ТВ-столов, второй, третий, четвертый, посмотреть, как там обстоят дела. Но через 5 минут возвращаемся сюда, на ТВ-стол номер один, где вместе со мной будем досматривать поединок, который может завершиться и за одну партию, а может все-таки... А, нет, не за одну не завершится, до 5 побед. Будет 5-0. А может и нет. Но в предыдущих партиях все-таки вот как-то цепляется Алиса, но шансы не реализует. Где-то не удается чуть получше выход сделать. Где-то коварные стартовские столы. Официальный партнер наших соревнований «Фабрика Старт». Вот эти довольно строгие столы мешают реализовать все задуманное. Да и в принципе, конечно, Алисе сложно. Она уже уступила один раз Элине Нагуле на этом турнире 0-4. Осадочек-то остался. Полуфинала достигла, это здорово, это супер. Наверняка очень радостно для Алисы. Сейчас не о полуфинале речь, а о том, что надо показать свой уровень игры, класс. И взять партию две хотя бы. Дальше видно будет. Для начала надо взять одну. Артем Васильев спрашивает по поводу Абрамова. Да, вчера он мимо ТВ-стола прошел, кстати, тоже. Сегодня, если выиграет этот матч, спасет, то наверняка на ТВ-стол попадет. Ну, прям преступно. Конечно, да, хотелось бы посмотреть побольше встреч с участием Йосипа, но Элина Нагула тоже чемпионка мира. Она весь турнир прошла без ТВ-столов. Йосифа мы видели, поэтому сейчас Элина и Алиса. Большой, крупный турнир, состоящий из 4 отдельных соревнований, поэтому делать это все бенефисом Иосифа Абрамова, конечно, не стоит. Всем надо давать время на ТВ-стеллах. Ну, поехали. 4-я партия. Кто с разбоем? В борт разбой приходится. Thank you.
Ну вот снова шанс, и снова не удается зацепиться. Прекрасно сыграно. Ну, просто изумительно. После такого удара, будто и рассчитала. Ну, конечно, повезло, там лишнее соударение было по пути. Но как же супер все получилось просто. Практически в каждой партии использует левую руку Алина Нагула. Видно, что натренирована хорошо и справа, и с левой. Ну а тренер-то у Алины кто? Заслуженный тренер России Сергей Бауров. У него все натренированные. Выступает за клуб легенды, это видно по нашивочкам на жилетке. Чем хорошо выступать за клуб легенды, это значит, у тебя всегда есть сильный спарринг. Даже если ты чемпионка мира, скучно не будет. Соперники всегда найдутся. Ския и даже лишний забивает шар. Девятый падает следом за прицельным. Ну, красота. Это класс, конечно, это Элина. Хороший разбой, продолжение было, но последовал не забитый шар, а небольшой срыв удара и промах. Разыгравшаяся Элина Нагула сейчас может просто дожать свою соперницу. Вступление чужой налево. И, глядишь, может быть еще вторая партия с Кия. Посмотрите. Нет.
Амнистия простила Алису за ошибку. Не очень здоровская позиция, скажем прямо. Оранжевый лев, принимается ваше мнение по поводу того, что довольно скучная игра, все сводится к скатыванию в одну лузу. Даже если эту игру вытащить на телеэкраны, мало кто ее будет смотреть, скучно и неинтересно. Да уже вытащили, Кубок мира же идет, как Кубок чемпионов в прошлом году. Вытащили и довольно интересно, на мой взгляд. И вспомнить, что там было прям очень много партий, которые сводились к скатыванию в одну лузу. Ну, то ли у меня с памятью проблемы, то ли таких партий там реально немного. Что там у Абрамова? Есть ли изменения? Есть. Вы знаете, есть. Абрамов с Аникиным 2-4. То есть Аникин ведет 4-2. Виноградов и Неверов 3-1. Антон Виноградов впереди. Артем Неверов позади. И Шагаев Анисимов 2-3. Анисимов лидирует. В паре Шагаев Анисимов победитель попадает на победителя матча Виноградов Неверов. Пока складывается полуфинал Виноградов Анисимов. Ну а Никин, если одержит эпохальную победу над Иосифом Абрамовым, которую мы не увидим, попадает на победителя матча Башкатов-Балов. Там счет 2-1 в пользу Башкатова. Но Балов ведет в четвертой партии. У него 6 шариков. Вероятно, будет 2-2, как знать.
Не так уж и много ошибок у Алисы Прилепиной, но одной-двух ошибок достаточно на партию, чтобы ее уступить. Соперница уже очень хороша. Откуда ведутся трансляции чемпионата, которые показывают по матч в стране? В Москве это все снимается. Лично был там два раза. Один раз в клубе, один раз, правда, из Останкино комментировал. Бильярдный клуб «Империя». Один из старейших клубов Москвы, кстати. Не в самом клубе это все устроено, учитывая то, что клуб там в бизнес-центре.